Телеканал КРТ представляє. Та незважаючи на перемогу сингальців і припинення вогню, ще у 2009-му терористичні акти, як ми вже казали, продовжують відбуватися. І я знову хочу повторити цю цифру. 100 тисяч погибших. По оценкам ООН, і це результат гражданської війни. Более того, взрывы прозвучали в католических церквях на Пасху и в отелях в 2019 году, ровно год назад. В 1983-й вибухом вбито 13 солдатів. Під час погромів вбито від 400 до 3 тисяч людей. 1985-й у буддійському святилищі Анурадхапура вбито 146 сингалів. 1987-й – вибух у Коломбо. Вбито більше 100 людей. 1991-й – вибухом вбитий прем'єр-міністр Індії Раджив Ганді. 1993-й – вибухом вбитий президент Шрі-Ланки Ранасінг Премадаса. 1996-й – вибух банку у Коломбо. 91 відвідувач. 1996-й – військовий табір у Молеєтиву, 1200 солдатів. 1996-й приміський потяг, вбито 70 людей. 1997-й у Коломбо вбито 17 і поранено 100 людей. 1998-й вибух біля давнього буддійського храму, загинуло 13 людей. 2019-й теракти під час католицької Пасхи, вбито щонайменше 253 людини. В Україні воєнний конфлікт етнічним точно не назвеш. Релігійним – теж. І тим не менш паралелі з Донбасом очевидні. І ми зараз з'ясуємо, які. Мінські соглашення для України і соглашення в Бутані для Шрі-Ланки. Длительний конфлікт і неприйняття сторонами друг друга – це точно можна положити в копілку нашого общого з Шрі-Ланкою. Достаточные различия. Первое – это виды конфликтов на Донбассе и Шри-Ланке. В чем схожесть конфликта на Шри-Ланке и вооруженного конфликта на Донбассе? Напомню, что по международному праву на Шри-Ланке признан вооруженный конфликт «война», у нас пока только вооруженный конфликт, то есть необъявленная война. Вот, мне кажется, что тут намного больше различий, чем общего. Причем это же различие, ну, вот мне всегда, я стараюсь описывать подобные вещи с точки зрения столкновений ментальных. Потому что технические военные вещи, они уже там хорошо очень описываются другими. И тут очень практически все различное. Ну, тут все разное. Да? Тут действуют совершенно разные типы, ну, коллективного такого сознания, и сравнивать их с нашими, то есть это для нас приходилось делать анализы наших и вот сравнить с этим, ну, ничего в этом не вижу, честно говоря, общего вообще. Но кроме того, что общие такие выводы можно сделать о том, что в любой конфликт, который возникает на территории страны, внутри страны, мгновенно или через очень короткое время подключаются внешние силы и начинают преследовать там свои интересы, раздувая или наоборот сворачивая эти конфликты. И все, и, пожалуй, вот это вот все, потому что переносить какой-либо опыт решения этого конфликта, он невозможен в наших условиях вообще, да, вот там, как решили в Шри-Ланке, решили так, что зарыть топор войны можно только вместе с врагом, да, вот. И на данный момент вообще вот в Украине этот путь совершенно невозможен в силу целого ряда причин, которые все прекрасно знают. Но у нас есть сторонники такого варианта так решения. У нас есть все сторонники всех четырех вариантов. Всех, да? Вариантов. Наступать, отступать, отрезать. Да? Причем, как правило, наступать и отрезать – это одни и те же самые люди. Просто они в разном состоянии сознания. Там, сказать, они утром могут говорить такое, а вечером другое. Да? И потом либо договариваться, либо ничего не делать. Есть четыре варианта у нас. Да? Вот, то есть
наступать, отступать, сдаваться, да, отрезать. Второе – это договариваться. И четвертое – ничего не делать. Пока у нас, значит, по факту, хотя разговоров много, происходит четвертый вариант. И каких-то подвижек в том, чтобы он перешел в какие-то другие, нету. Валентин Михайлович, можем ли мы отрицательные вот эти вот моменты, которые мы видим, что они, но нам они предлагаются, но они не сработали на Шри-Ланке для того менталитета, мы можем для себя взять? Вот у меня сильный дух противоречия, да, и когда мой товарищ Владимир сказал, что ничего общего, я сразу начинаю лихорадочно искать, что же общее. Я себе взял, написал. Да? Первое. Стенка на стенку, и там, и тут. Все уже в таком состоянии конфликт, что они между собой воюют, и остановиться сложно. Это первое общее. Линия разграничения, КПБ, проезды. Второе. Вот этот конфликт входит в такую стадию, что уже огромная степень нетерпимости с обеих сторон. Ну, наиболее радикальных. И в то же время в такую стадию вошел этот конфликт, когда большинство устало. Устало и здесь, на большей территории Украины, и там, в сепаратистских регионах. И еще четвертое. Можно продумать, какие еще можно назвать сходные. Это отсутствие опыта, необходимого опыта у тех, кто принимает решения. К ним приходят иностранцы и рассказывают, в Северной Ирландии мы решили так. Не, это не подходит, мы так не можем. С террористами мы разговаривать не будем. Да? А с той стороны, да что с ними вообще говорить, они там бандеровцы или кто-то еще. Опыта нету. Вот это должны психологи, политологи, да? И мудрые люди из других стран, которые исходят не из своих корыстных интересов. А теперь местный кадровый и управленческий голод. Да. Модное понятие в Украине на сегодняшний день. Да. Можем ли мы сравнить теперь со Шри-Ланкой, да? 30-летней давности? Хотя, наверное, в Шри-Ланке было больше подготовленных людей в английских университетах. Не просто как у нас те, кто сейчас говорит, я вот такие-то курсы окончил, так это, а те, которые серьезно учились и в Канаде. И, да, но они уже были озлоблены, и им было сложно остановиться. Отличие. В Украине это геополитический и культурно-политический конфликт. Геополитический – две великие державы, или единый Запад и Россия. Да, вот они между собой. И их... До последнего украинца. Да, да. И их друзья по разуму. Здесь и на востоке Украины. Те, которые относят себя одни, это действительно представители единственно правильной западной демократической либеральной точки зрения, а другие, ну, там, русского мира, там, или братских связей с Российской Федерацией. То есть нету расового, нету национального, и здесь украинцы, и там украинцы. И здесь люди, разговаривающие по-русски, да, и с русскими фамилиями, часто этнические русские, идут и умирают там, на востоке, на линии соприкосновения. И с той стороны шире украинцы есть. Нет такого, как на Шри-Ланке. И о скандалах немного. В Норвегии в 2009 году задержали Ниевана, этакого 33-летнего руководителя комитета координации помощи Тамио. Его обвинили в том, что он собирал деньги и отправлял их на поддержку террористам. Президент Шри-Ланки в 2014-м обвинил уже всю Норвегию в финансировании терроризма. И не обошлось и без Украины. Знаменитый полковник Каруна в интервью японскому Kyodo News в 2009 году сказал, что основные поставки оружия были из Китая и Украины. Более того, он еще и сам лично отвечал в организации за поставку этого оружия. Производство российское, китайское оружие из Украины. Даже в Англии объявляли о каком,
какой-то партии оружия из Украины для Шри-Ланки на сумму 27 миллионов фунтов. Еще один скандал. Но здесь уже с официальной Шри-Ланкой. Здесь Украина не террористам поставляла оружие. В 2000 году Укроборонпром предложил Шри-Ланке 4 самолета МиГ-27, и Шри-Ланка из-за износа самолетов отказалась. В 2006, через 6 лет, эти же самолеты по гораздо более высокой цене купила Шри-Ланка и 15 миллионов долларов еще и перевела на офшорный счет. И 2007-2008 год этот скандал раздувался везде по миру, кроме Украины. Гибель украинского экипажа. 6 человек, экипаж Ан-26. 30 марта 2000 года. Плюс 34 пассажира, которых он переводил, военнослужащие Шри-Ланки, были сбиты ракетой, стингером и добиты уже с крупнокалиберного пулемета. То есть выжить там, конечно, никому не удавалось. Украина продолжала в воюющей стране делать военные перевозки. И тоже был скандал. Тобто маса таких, так, неочікуваних, так, абсолютно неожиданных повідомлень у ЗМІ. Які у України зараз отношения з Шрі-Ланкою? Тільки поставка цейлонського чая і туризм? Или у нас є дипломатичні отношения, посольство Шрі-Ланки в Україні? Или оно где-то в Москві? Не подскажу вам. Я думаю, что, скорее всего, просто посол в Москве одновременно, хотя сейчас многие начали менять эту тактику, да, из-за напряженности. Может быть, посол в Турции, который одновременно считается послом в Украине. Но у нас нету ланкийского посольства тут. По поводу оружия, это официальные данные о том, что там достаточно, каких-то до 2005 года, если я не ошибаюсь, Украина входила в десятку мировых производителей, экспортеров вооружения. Потому что после Советского Союза нам достался самый крупный вообще арсенал, уникальный. Да? Я уже даже не говорю о ядерном оружии. Третье государство в мире, например, это точно, стопроцентные данные, 75% интеллектуального потенциала создания военно-промышленного комплекса располагалось на территории Украины. Это же, мы знаем такие там города, как Днепропетровск, да, ныне Днепр, где космическая область, там Киев, это представлял собой, может, кто уже не помнит, это были сплошные заводы двойного назначения, и большевики, и коммунисты, и все остальные, и радары, и все остальное. Это было, то есть высочайший интеллект был все сконцентрирован, который вырабатывал самое современное оружие. И здесь оно, естественно, и было, и хранилось, потому что это был один из форпостов Советского Союза, значит, который стоял против Запада. И вот этот огромный арсенал, он потом куда-то, естественно, начал деваться. И мы же знаем тоже не секрет о том, что у нас все эти поставки, они находятся в серой зоне. Вроде бы они официальные, в то же время они какие-то там очень странные, они нигде не фиксируются, периодически возникали скандалы, причем на самом высшем уровне. Я помню скандал этот во время Иракской войны, когда американцы вдруг обвинили Украину в поставке кольчуги, что вот сбивают наши самолеты, Саддам Хусейн, Украина им поставила, а потом был колоссальный скандал. Ну, понятно, чем закончился, что у Саддама Хусейна не нашли не только оружие массового поражения, ни одной кольчуги там не нашли. Мы были необычайно гордыми, но все кольчуги оставались на складах.